Такого количества детей на этой площадке на Нижней Дуброве, пожалуй, еще не собиралось. Праздник детства объединил маленьких жителей со всего 8-го юго-западного района. Зажигательные танцы, веселые конкурсы и подарки. Один из них – музыкальный. Праздник открылся вокальными номерами солистов детского клуба по месту жительства «Рассвет». На праздник к ребятам приехал и председатель Совета народных депутатов города Владимира Николай Толбухин. Он поздравил юных жителей областной столицы не только с Международным днем защиты детей, но и с началом каникул. По его словам, для такого масштабного праздника был выбран именно этот микрорайон. Не случайно. Ну, во-первых, это мой любимый округ. Во-вторых, это все-таки достаточно густонаселенный спальный район, поэтому очень легко собрать в одном месте большое количество детей. Здесь очень много творческих детей, активно откликаются на любое такое начинание. Проявляли свои творческие способности в этот вечер ребята и в конкурсе рисунков на асфальте. По его итогу вся площадка, где и происходил праздник, была украшена картинами. Детям предложили нарисовать картину на тему «Мой любимый дом». В конкурсе приняли участие более сотни ребят в возрасте от 3 лет и старше. Дети рисовали свои дома, дворы и даже городские достопримечательности. Хорошо, что есть люди, которые это устраивают. Этот день прошел очень весело, и не за гаджетами сидя, не проводя время где-то в плохих компаниях, мы пришли сюда и нарисовали на асфальте чудесный рисунок «Мой дом». Жюри выбрало победителей в 3 возрастных категориях. Они получили дипломы и призы, а все участники унесли домой полезные подарки. Жители микрорайона поблагодарили организаторов и предложили следующий праздник двора приурочить ко дню семьи, любви и верности.